Что за чек был? Ну, в присутствии. А, я просто только зашел. Опять куча ников, нахуй, новых. Вообще, хуй пойми кто. 25-ку поставь. Чё ты мне давал там права начислять? ИП, не? У тебя уже ВС, не знаю, Локи есть уже здесь? Хули в инсте никого нету? Ты 25-ку поставь. Выйди, выйди, Лок. Теперь заходи. Чё там нахрен? Давай, плюсуй, а то мораль танчить будет. Ты думаешь, я пойду на ДК танком? Вообще похуй. Да. Нет. Следи. Магом. Вообще похуй, кем хочешь. Локом. Похуй. С кем не зайду, нахуй. Хули вы встали, блядь, возле шкафа? Хули вы просто так стоите? Сумоньте, блядь. Или чё, блядь, за вас один человек всё делать должен? Надо вам быстрее пронести или нет? Давайте, блядь, к дисциплине привыкайте. Пришли, сумнули, захуярили всё и ушли. Новенькие есть? Не знаю. Есть, вижу. Все гильдейские, да? Пугов же не брали? Нет, вроде хуй знает. Мы не будем брать пугов, зачем? Так снесем 20 пол. Ну, в смысле, один мах есть, тут нас спит пух. Ну он спит. Кто, блять? Ну он спит. Вы чё нахрен? Пацаны, вы чё творите? Вы чё так на меня наговариваете? Он за ДК не пошёл, пугом стал, всё. Ах, сука, блядь. Пуг дракона что-то писал, нет? Диси там не писал, ничего. Бачо, у меня так все лагает, нахуй. Не пишите мне, сука, в личку. У меня лаги, нахуй. И чё? И чё? Так, танки, мораль, космополит. Космополит, ты тут? Рыбу жрите. Космополит, ты тут? Бля, я ебёшь. Вижу мишку.
Давайте звезду, кружок уничтожаем. Поехали. Ну что, или монету, я ебу. Большого пидора. Кто там ответственный за кулаки? Кто ответственный за кулаки? Раздайте кулаки. Этот... А Dark Судьи зайдет или кто это? Чей этот линк? Да, понял. Новости с КД. КД ОС? Нихуя себе. Да. Вот эту бабу бьем первую. Потом кружок. Одновременно. Какого хуя у вас КД? Другие персы есть? Кружок грепите, если кастанет. Угу. Дайте кулак по ДК. Да бей ты перед боссом дадут. Задолбал. Диспелим проклятие друиды. Маги. Сука, еще не проголосовал. Ой, блядь, забыл. Дракона ебаного бьем. Ну, в танк мобов забери. Сначала босса добивай. Потом звездочку. Нихуя его. А, он. Ну, снимаете хуйню, блядь. Спетов снимаете, вы чё? Короче, звезду переключились и убиваем сначала двух пидоров. Сейчас посмотрим, кто диспелит, блядь. Диспелит Беретта, красавчик. Остальные вы что, охуели что ли, сука? Нахуя вы играете так, блядь? Хуй на всех ложите. Диспельте. Этого сагрить я кинул.
говорят, Алгалона убили, да? Убили? Ну, типа вчера убили. Ебать, нахуй, это мы, да, сделали? Нет, это мы. Не мы, нахуй. Мы, это мы или мы? Мы или не мы? Хули мы, нахуй? У нас постоянно новые тела какие-то появляются. По стенке аккуратно. Ведите его туда, Клайд. Да, блядь. Веди, веди, кто там. Стаунтите его, увидите оттуда, нахуй. Кто еще спулят, блядь. Пойду быстро, пока добивайте. А чё, когда реворк будет? Раз, никто не в курсе? Вообще похуй. Так же, когда и ДХ, наверное, выйдет, но... В принципе, логично. Они же ничего не говорят, но толком, блядь. Вот будет так, но. И то это не окончательно, типа. Ну, что-то я там почитал, ебать, не понаписали. Ну, да, там групповые, как бы, блядь, плюсы тоже очень хорошие. Там, типа, буду блядь... орк, вообще тема будет. Я что-то читал, мне кажется, милики лучше орка брать. Хуба, танки да. Лучше Таурены будут, нахуй, в разы. Ну там что-то ДД, орк, у него что-то там включаешь, типа крит у тебя увеличен урон, плюс силы 2% все, пати дает. Ну. В смысле, возьми Хумена, то же самое 2%, а если будешь в пати с орка, у тебя будет 4%, а орка будет 2 все равно. Это Дарксайд, тут не вот знаю. Ну Хумена это как-то надо делать 3 раз, хуяс. Мораль, короче, сильный, да? Алло, Дарксайд. Персонаж у тебя еще есть? Так. Маги, дайте столик. Маги, дайте столик. Да затыкали, да. Но. Сейчас. Сука. Найду, где он, блядь. Авер на столик затыкали, но. Танки, кто на ком из вас? Да вообще все равно. Давай я на драконе. Давай. Гуляем. Лок, на что ты босса хуяешь? Скажи, первый раз? ДПС крутит, пацан, чё? А нахуй это делать, я вообще не понимаю. Ну, пока что сказали. Я тоже вот так могу лужи кидать тебе. А где этот, ёбан? Меня пишет 16 секунд. Что, обычно сразу? Тина, она чё, блядь? А, она нихуя себе. Она оказалась не стена. Ебать, здорово, она. Мораль, чё там, кинул, да? А, я добиваю. Один уже?
Ну, видимо, ты не хочешь, я понял. Да, пух. Потом уже на бой. Ну вот мобы пиздят нахуй что-то. Идите нахуй от меня. Селероу, поднимай Беретту. Беретта фандога. Трэш под босса в бок заводи. Это дракона добить. Все, Морали прибежал. Давайте, Геру. Что ты уже не смог все-таки обогнать? Бэ, а Ворона? Не бланил, короче. Туда-сюда летал. Да, не правдывайся. Ну сейчас с Артериона посмотрю. А, ну да, у него больше с Артериона. Потягаться с Аверном, это было, конечно, интересно. Да, блядь, откройся, что ты сбил. Ну да, он обогнал. У него лям 39, а у меня лям 26. Сумка первый плюс, а 22 слота. А Варан, а ты вообще ФФБ ты тестировал сам, не?
Ну, типа, ты всего 2% теряешь крита, 2%, и, блядь, ты зато по мане вообще, нахуй, почти всегда фуловый. И меткости у тебя больше будет. Ничего себе, что прям 2-3 упало. Блядь, кому как, я просто тестировал твой спек, блядь, мне вообще не профит, но у меня ДПС теряется, и меткости, нахуй, набрать тяжелей. Ну, в пизду, типа, блядь. Накс, куда? Ебать, чё нахуй виснет всё, сука? Чё нахуй за роллы выскакивает? Он там кто-то в гильдии пишет, спать. Ну, блять, это триня вообще не профитная для фаера на самом деле, нахуй. Меткость, сила заклинаний, 10 секунд, скорость каста, вся хуйня, типа. А он чисто... ПВПшку 226 купил и заебись. Ее просто чисто по адете сдавать, нахуй, триню. Под бурсты все. В око не пойдете? Ну да, там, видишь, 10 секунд это, блядь, для фаера, но... 3 стрелы, нахуй. Ну, для моего, по крайней мере. Око, может, потом... А я хуй знает, ГП надо за это говно? Это все санина ебаная. 226, да, надо ГП, ничего себе. Ну если да. Бы у меня, если у меня не было бы голова Т8, я бы взял бы ее. Пусть ХП получают. Ничего себе, вот сейчас флешмоб. А 13-й? Тоже. Бля, а чё, вам вообще похуй на ком пойду, типа, или чё? Мне похуй. Иди я могу бегать. Потанчить кем-нибудь, варом, дрюлем зайти там, поебать. Но... Так, а чё? Ну, давай. Ну, они там в фамильках, короче. Бля, давай не будем такой хуйню заниматься. Все, все, ладно, не будем, не будем. Может, ты на ДК зайдешь? Да не, в пизду его, нахуй, я заебался на нем, по статикам и так бегаю, нахуй. Ну, нормально. Ну, я на маге отдохнуть хочу, понимаешь? Да. Нет, не понимаю. Ну, ебать, ну, создай, поймешь. Я на маге отдыхаю, чисто сижу, но. Пока, короче, летите тут, трэш, хуеш, я пойду поем пока быстро. Не успел. Привяжусь к Телверу. А где Растел пропал? Блять, ссать хочу, пиздец. Ребят, извините, я сейчас приду. Военный, потом чумной.
Быстренько проб надо под конец. Вторую пачку сразу. Спула там мораль босса заберешь, Телдри на него каплю дашь. Там звезду подхиливают. Захильте звезду 40%, блять. Похильте. Сейчас Телдрин забираем. Это мораль леса. А второй друид космополита.
Не надо учеников убивать, отведи их нахуй от босса. Бред, я на расстоянии от него был. Пуг дракона, Ареса и мораль опять. Ну как, блин, на расстоянии от него? Звезду лучше в контроль берите. Да там на нее Shadow Buff повешали нахуй. Ну пусть минут поржит маги. Шаманы. Да ты чё, это совершенно другой уровень игры, блядь. Сняли, берите звездочку контроль. Да я снял, ну. Ебать, 15 ОД, нихуя. Что там у нас в табличке пишется вообще, я забыл, что у меня там настроено. Айнспек, айнспек. Небольшое улучшение. И пропустить. А, понятно. А, еще жадность. Надо поменять будет. Ой, ебать.
Ну то дохуя, что-то 15 секунд будет. Возьмите вон друля вот этот. Одиту. Это я его брал в гильду. Ты стану, что он вообще нормальный, нет? Так, теперь должно быть по-другому. Да, дам тебе кольцо. Ну, берите, берите. Вот еще блин какой-то нахуй. Ну, он еще плена возьмите, Миша там, блядь, ну, хотя хуйня Миша. Ну. Пусть пацан тоже одевается, ну. На ту сторону все милики и Мишка. Владимир и Хао. И Беретта. На этой стороне Селероу и Ро. И все РДДшники и Мораль. Сейчас сюда зайдем, бафнемся, сумнем одно тело еще. Кожаные ботинки в мобе. Сейчас. Больше. Анти больше. Ебать, нахуй. Эрдрушнику. Да, хорошие эрдрушники, рольте. 150 хп. Ребят, кто? Ловите, пачка Пас. Пришла. Что там написано? Никому не надо было. В какую там комнату? Милики туда, а мы тут РДДшники. Я понял, а танки? Слава там уснул, что ли, не? А чё, друид не сумодится, что ли, Ордина вот этот? Парни, что-то я нахуй не могу по нему тыкнуть. Тут отвлекли немного. На ту сторону, первая, вторая. Туда хилы идут. Владимир, Беретта, Хао. И туда идет космополит. Мораль, РДДшники, 3-4 здесь. Биг Боу, ты тут? Биг Боу, ты тут? Все, идите.
Ну, Ордина зачарена, нахуй, одетый хуй как-никак, блядь. Бабы разлетаются. Да пиздец, я нахуй даже доты не успеваю вешать на них. Я одну кидаю, как и Дэя, пиздохненький. Угу. Ну, серьезно. А что мне интересно, у всех друидов вот эти наручи типа никому не нужны, что ли? Я что-то не вкуриваю. Как так получается? Этот в коте почему-то. Я думал, это хил. Селероу это хил? Или я что-то не понимаю, блядь. Денис, кот, сова, немного меньше. Это ты в DC Silly Roll. Мне скажи, у тебя кот и еще какие спеки, как одеты? Сова как одета? Ордина в Дисе. А у тебя что за спеки? Коты? Блять. Откуда столько котов взялось? Ну у нас в Лиге раньше не было котов, а тут нахуй. Да у Яксы есть. Нужны эти коты. Там та же проблема была. Этот Ро, а чё за хуйня? Почему ты хил вообще или нет, шаман? Какая-то залупа произошла или мне показалось? Ро, ты в Дисе? Нет, не в Дисе. Хуёво. В смысле? У тебя написано Сашка Элим Рест. У тебя спек хила есть? Вот, после этого спекнешься в хила сразу. А то почему-то кот оказался в пятой пати. Я думал, там Ирдру, блядь. Эта хуйня произошла.
Ебать, торпеды, смотри, рванули нахуй. Ждите, пока дебаф спадет, потом трэш бейте. К оружию, олухи! Ебать, два плаща, нахуй. Три. Не, я имею в виду крест силы заклинания. Ну что ж, зелье, не прогадай. Это вообще эпоха. СМП 5. Надеюсь, они проживут достаточно долго, чтобы я успела представить. Может быть, они облагоразумятся и успеют скрыться. Кошак, который... И по ГП у тебя. Вот где 100 ГП написано, это main spec, то, что тебе надо. 50 ГП это off spec, а пас это если нахуй не надо, жмем в пас. Понял? Ну все, все просто. Первая, короче, графа это то, что нужно жмешь. Вторая на успех. Ну, либо вообще хуй забей. Короче, нихуя никому ничего не нужно. Ебать его, пацаны, нахуй. Что за хуйня, блядь? Так, Сефиро, у тебя, говоришь, диск Мишка есть, да? И Ордино. Или только у Ордино есть? Забыл, блять. Ордино, у тебя есть Мишка, да, 207? Сука, у кого там был? У Серева, Селерова. Там в перерыве между трэшем спекайся в Мишку, Селерову. Пук дракон, у тебя тоже Мишка, да? Так, жрите, пейте. Телдрин, танка. Авери, нормально все 24К? Да нормально себя чувствую, что-то. Так, Телдрин. Телдрин в этом, в кружке танчишь Ривендера, плен хилишь его, стоишь вместе с ним. Плен услышал. Блять, кто ставит эту хуету? Не надо ставить, сам поставить. В ромбике, значит, пук дракона вместе с Ладомиром. А, Селероу в треугольнике вместе с Хао. Значит, Ро и Беретта. С рейдом в звездочке стоите. Звездочки танчит мораль. И весь рейд бьет звездочку. Так, значит, Кокосик, да, СС на Ладомира. Осминоз ХК, да, СС на Хао. Молаг дай СС на плена. Ну и Фандог дай СС на Селероу.
Космополит. Бля, я забыл про тебя. Так, ща погоди. А у тебя по ХП Мишка слабее. Да, я что-то... Давай в кота, нахуй, а то у тебя ХП мало, нахуй. Побьёшь. Готов, космополит? Значит, звезду зергаем, потом идем ревендера бить. Я посмотрю там по ДПС. На шестом стаке шоты. Если будем не успевать, я скажу отбежать там на четвертом, на пятом. Если будем успевать по ДПС, то будем бить до пятого там. Если что, я посмотрю по ХП босса. Проверка. Так, значит, с ромбиком, с пук дракона стоит Ладомир, с треугольником Селероу, с медведем стоит Хао. Идите туда к ним. Не там уже или тут еще? Не проебите медведей. У медведей, значит, знаете, медведи рывки. Медвежий есть стан, медвежий есть в форме кота калечение. Все это сбивает каст. Сбиваете касты по КД. Если сбив каста КД, блять, прожимки нажимаете. По отчету, бля. Давайте Геру. Геру. Блин, ты в дисе. Блин, блядь, сукин сын, сука, в дис загнать его надо. Он же спрашивал про дис. Или кто там? Пошли на ревендера весь рейд. Билдеры на подхиле. Фул ДПС бьем, я посмотрю по стаку. Пока один, бьем до упора. До конца бьем его. Значит, все РДД побегут на треугольник. Соблюдая рейндж, подойдете к боссу. Все милики на ромбик. Три стака накопили, перебегаете. Когда подбегаете к треугольнику, уже наберите рейндж, прям на бегу. Кучей не бежать, иначе вас шотнет нахуй. Сбиваем косты по возможности. Три-четыре стака накопили, перебежали. Милики на треугольник вообще не бегайте, просто бегайте в пустоту, стойте, скидывайте и обратно на ромбик. Я пока не могу прочитать это заклинание. Твоя жизнь принадлежит мне. Это заклинание еще не готово. Твоя жизнь принадлежит мне. Твоя жизнь принадлежит мне. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Когда убьете босса, в кнопку не заходите в портал. Пойдем пешком там через подвал, через бассейн. Заклинание еще не готово. Надо
попадете за звездочкой. Твоя жизнь принадлежит мне. Бабу добиваем. Ух, блять, посох какой. Причетки, боешка. Так. Пук дракона обратно в этого, в салу. Этот. Космополит в коте, короче, будешь. Селеро в мишке остаешься. Кажись, он побольше дает. Геордина. А вот. Тут все. Thank you.
Орди нарезай. Тяните трэш.